Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую всех! Я Владимир Майков, трансперсональный психолог, психотерапевт, философ. Я сейчас сделаю прямой эфир по своим делам, по новостям трансперсонального проекта мировым и российским. Сейчас одну секундочку я подстрою, чтобы шла трансляция на Фейсбуке. Она по какой-то непонятной причине прервалась, и я ее пытаюсь сейчас возобновить. Но у нас уже, я смотрю, несколько человек подсоединились в Инстаграме. Я вас приветствую, дорогие друзья. Сегодня я поделюсь накопившимися новостями, достаточно важными новостями трансперсонального мира. Ну, как мы все знаем, приближается осенние конференции, российская конференция, традиционно в начале октября она у нас проходит, и европейская транснациональная конференция, которая традиционно проходит в конце сентября в разных странах Европы. Кстати, в прошлом году, в 2018-м, эта конференция проходила в России, в Санкт-Петербурге, свыше 350 50, наверное, человек присутствовало там. Громадный успех. Выступал Борис Гребенчаков в день открытия конференции. Замечательные предконференционные семинары, потрясающие постконференционные семинары с Словом. Э очень мощное трансперсональное событие в России, в Европе, в Санкт-Петербурге. Я... Э как и все вы с большой пользой э, провел это лето. Саша Странник э, на день рождения подарил мне замечательный э, подарок, э, сборник э, разговоров с выдающимся поэтом Евгением Евтушенко и э, замороженный пакет, наверное, больше килограмма собранных ими белых грибов, которые я обожаю, конечно. Я сам в детстве был грибником. Так что я надеюсь, что вы все тоже хорошо отдохнули, э, побыли на природе, покупались, позагорали. И э, сами собой, наверное, к вам пришли какие-то новые идеи, новые видения происходящего. Что-то пер... было пересмотрено из прежнего, из старого, но вы набрались сил. И э, Сейчас готовы включиться в традиционный сентябрьский учебный процесс. Ну я тоже, как и все, хорошо отдохнул. Мы были в Черногории, мы были в Италии. Ну в Черногории это был замечательный отдых с Кристиной. В Италии мы ездили для того, чтобы проститься с телом нашего великого учителя, доступ к которому был открыт 10-го. Августа и э, ближайшие ученики со всего мира приехали в это время в Италию, э, город Ручидос, э, центр Дзокчен общины Миригар. И э, я тоже провел там несколько э, дней и э, потрясающие воспоминания о моем 29-летней эпопеи с момента живой встречи с э, выдающимся мастером Дзокчен Чогьялом Намкаем Нарбу. Вы можете найти в интернете много материалов и книг, и семинаров, где этот выдающийся мастер делится своими знаниями пути к просветлению. Но также есть мое интервью с ним. И он герой моего первого фильма «Танец бесконечности». Ну, мы готовим много новых интересных программ. Для меня такая работа серьезная начнется 10 сентября в Ярославле. Это традиционная встреча со зрителями. Там есть замечательный киноклуб, ну, с, с таким, э, с названием э, странным «Нефть», киноклуб «Нефть» в Ярославле. Там показывают клубны, клубные и элитные фильмы. «Нефть» уже показывала э, мой фильм «Тайна Карлоса Кастанеды». А 10 сентября там будет показ инструмента эволюции». Я буду присутствовать, отвечать на вопросы. Будут присутствовать европейские транспорциональные психологи, психотерапевты. Словом, будет очень интересная встреча. Затем самое важное трансперсональное событие сентября это 20-я юбилейная конференция Европейской трансперсональной ассоциации в Париже. Человек в меняющемся мире, человек в центре всего, человек в центре нашего мышления, человек... Мы сами в центре нашего восприятия мира. Через себя мы все познаем, воспринимаем и с собой, с архивом своего жизненного опыта все соизмеряем. И это большое событие. Ожидается много выдающихся мастеров со всей Европы. Я предвкушаю встречи с друзьями, коллегами, новыми людьми. Надеюсь снять несколько новых интервью для своего следующего фильма третьего фильма моей эволюционной трилогии наверное вы смотрели первые два танец с бесконечности он есть в ютюбе в открытом доступе и инструменты эволюции этого фильма пока нет потому что идут еще показы в кинотеатрах и я надеюсь сейчас мы получаем прокатные удостоверение что где то в конце октября в начале ноября будет фестиваль моих фильмов в центре документального кино в Москве. Я всех вас туда приглашаю, также э, всех, кому это может быть интересно, кто еще не смотрел мои фильмы. Ну, естественно, я буду рассказывать, отвечать на вопросы. На конференции Европейской трансперсональной ассоциации, э, ну, я приезжаю туда пораньше, потому что я член президиума э, Евротас, и у нас два дня будет идти работа э, по продолжению трансперсонального движения и по тому, как сделать следующие шаги в этом направлении. И там будут показаны также два моих новых фильма. В первый день конференции 25 сентября фильм. «Инструменты эволюции», а в третий день конференции – фильм «Тайна Карлоса Кастанеда». Они уже переведены на французский язык, с французскими субтитрами будут показаны. Так что я также предвкушаю встречу с европейскими зрителями обсуждение этих фильмов, потому что каждое обсуждение ваши вопросы мне очень много дает, и я как бы догоняю и лучше понимаю, что же я натворил в этих фильмах. Ну, я также выступаю, как всегда, с докладом. Я буду рассказывать о путешествии героя, о новых измерениях, новых горизонтах. Ну, как вероятно вы знаете, идея, тема путешествия героя происходит от великого мифолога 20 века Джозефа Кэмпела. И э, она лежит в основе современного кино, современных передач, современной драматургии, писания романов и так далее. Считается, что если автору удастся угадать и совместить действия его произведения с универсальным архетипом всех историй путешествий героя, то это уже залог будущего успеха. Однако, как я обнаружил, все не так-то просто. И Кэмпеловская версия путешествия героя – это только первый шаг. Существует еще пять других измерений путешествия героя, каждая со своей структурой, смыслом и так далее. Вот, собственно говоря, об этом полном путешествии героя я и буду рассказывать. Я очень надеюсь, что, ну, может быть, пройдет несколько лет, в конце концов, я смогу достучаться до мировой массовой культуры, до Голливуда и поделиться ну вот своим пониманием, как надо без потерь рассказывать истории, не редуцируя все смыслы к мифологическому измерению, к миру, к нижнему миру, к бессознательному. Затем в октябре, в начале октября традиционно, первые выходные октября состоится очередная ежегодная конференция Ассоциации трансперсональной психологии и психотерапии российской. Это 5-6 октября. Традиционно мы проводим конференцию в Московском институте психоанализа. Тема конференции чрезвычайно актуальна. И для меня, и я надеюсь, что для всех, я провел как бы в преддверии конференции два семинара на эту тему «Жизнь как эволюционная практика». Об этом я рассказываю, кстати, в фильме «Инструменты эволюции». Ну и этим я также хочу поделиться со всеми людьми, потому что это самое важное как мы можем использовать все в жизни для того, чтобы развиваться, для того, чтобы расти, для того, чтобы мы каждый, каждый миг развивались. Сейчас я немножечко переключу. У меня тут сож... в другой системе, где идет запись, села батарейка, поэтому тут нужно немножко подкорректировать. Я извиняюсь за небольшую... Пазу, ну вот сейчас все, все вроде бы идет, только здесь, да, вот я откорректировал, сейчас все нормально. Итак, я всех приглашаю на эту конференцию. Будут лидеры, ну главные лидеры российские. Сейчас, извините мне звонят, я отключу телефончик, чтобы не мешали, потому что иначе прямой эфир будут немножко сбивать. Итак, я приглашаю всех на конференцию. Будут выступать лидеры Российской Ассоциации Трансперсональной Психологии и Психотерапии. Вот. И будет быть будет, будет очень-очень интересно. А также вечером, в 7 часов вечера, в субботу и в 7 часов вечера в воскресенье будет э, открытый показ двух моих новых фильмов. Так что если вы э, бесплатно, так что если вы хотите посмотреть сами или привести своих друзей, пожалуйста, приходите к нам на конференцию. Э, и э, вечером э, в большом зале, в актовом зале Московского института психоанализа, да, он вмещает э, 400 человек, так что я надеюсь, всем хватит места, э, будет показ моих фильмов в первый вечер инструменты эволюции в субботу, а в воскресенье в 7 вечера тайна Карлоса Кастанеда. Милости просим. Все, кто не посмотрел, могут посмотреть. Что еще важного связано с Московским институтом психоанализа? Мы в этом году продолжаем нашу традиционную, успешную программу по транспорциональной психотерапии и консультированию. Это уже восьмой год эта программа идет, годовая программа, очная. 510 часов в классе и 150 часов, 100, или 140 часов, вернее, домашней работы. Очень интенсивная программа. Свыше сотни человек эту программу с успехом закончили, сдав все необходимые зачеты и выпускной экзамен, который происходит в июле. Начинается программа 3 октября. Пожалуйста, если интересно, получить диплом о дополнительном образовании Московского института психоанализа, который дает право на работу. Милости, просим, обращайтесь в приемную комиссию на сайте Московского института психоанализа вся информация помещена, и вы можете записаться на эту программу. Кроме меня преподает в этой программе Ирина Зингерман процессуальную работу, Екатерина Худобина трансперсональная НЛП, Герман Карельский трансперсональную работу с зависимостями и трансперсональную работу с телом. Игорь Берхин, использование медитации в трансперсональной психотерапии. И Дамир Калимулин ведет семинар по йога-терапии. Так что замечательная команда, замечательная практики, замечательная теория и прекрасное введение в мир трансперсонального консультирования и психотерапии. У этой программы есть очень важный бонус. Она полностью засчитывается в программе обучения европейского сертификата по психотерапии. Это высший сертификат по трансперсональной психотерапии. Ну, в среднем обучение по этой программе занимает 3-4 года, но каждый год 2-3 человека я представляю на диплом Европейской ассоциации психотерапии. Они с успехом защищаются. В прошлом году было три человека, моих учеников. В этом году двоих я представил И в Париже. Они получат сертификат. Вернее, я за них получу, потому что они не имеют возможности приехать в Париж. И на нашей конференции я торжественно вручу им эти сертификаты. Так что эта программа, успешная программа, по трансперсональной психотерапии и консультированию, в этом году получает также новые измерения онлайн-программы, дистантного обучения. Программа великолепна, но у нее есть очевидный недостаток. Она доступна только для москвичей и ну, живущих в ближней подмосковье, потому что не наездишься дважды в месяц в Москву на выходные сложно. Люди пытались, но никто до конца не доучивался. И поэтому в ответ на многочисленные просьбы, пожелания людей, как из России, так и из русскоязычных людей из за рубежа, мы э, открываем в этом году новую программу онлайн-программу полноценную, тоже э, дающую прекрасное введение в мир трансперсональной психотерапии и консультирование. И у этой программы две опции. Можно ее пройти полностью онлайн и получить хорошее введение и упражнение, которые мы будем давать для домашней работы, и получить в этом случае свидетельство об окончании программы. Но если вы хотите получить диплом о дополнительном образовании, вам придется один раз на неделю приехать в Москву. И это, по-моему, в феврале э, недели мы выделили на сайте, посмотрите. И э, только в этом случае офлайн и один раз приехав в Москву неделя, э, вы получите диплом о дополнительном образовании, дающий право работы. Вот э, э, такой э, необходимый компромисс э, мы э, придумали для того, чтобы э, ну, вот найти такой баланс между... Онлайн и офлайн. Ну, как вы знаете, онлайн обучение сейчас один из очень важных трендов в мире. И ну, я тоже, я уже анонсировал, я тоже перехожу сейчас все больше и больше в онлайн, в дистантное обучение. И 3 октября стартует, ну, стартует онлайн-программа в Московском институте психоанализа и 3 октября стартует моя личная онлайн-программа ⁇ Инструменты эволюции ⁇ Как вы знаете, наверное, многие из вас знают, это название моего последнего фильма. Это второй, второй фильм из эволюционной трилогии, это то, к чему я пришел за всю свою жизнь, мои важнейшие открытия о том, как развиваться, эволюционировать. Что самое важное? Что самое главное? Важнейшие законы, важнейшие практики, важнейшие помощники, самые главные препятствия к эволюции, к развитию, как для себя, как в отношениях, в мире, развитие проектов. Вся сложная, все сложное пространство развития будет рассмотрено в этом онлайн-курсе. Вы получите необходимые упражнения для домашней работы. В общем, все продумано, это квинтэссенция моих открытий, и вам не нужно будет в темноте, как я, 30 лет искать ключей. Я им вам дам, и вы можете воспользоваться и более быстро, чем я, идти дальше, даря свои открытия людям. Я очень надеюсь, что мне удастся как-то помочь, усилить, ускорить развитие всех людей. И вот это очень важная программа, инструмент эволюции – это введение теоретические и практические введение с, с самыми важными практиками и упражнениями для того, чтобы получить ключи к собственному развитию, к развитию отношений. Вот одна из тем – это любовь как эволюционная практика родительство как эволюционная практика творчество как эволюционная практика сотрудничество как эволюционная практика как все в мире может быть инструментами эволюции мне повезло получить ключи и я буду делиться с людьми это только первая программа из этой большой серии она будет длиться 90 извините 10 недель и вы получите 102 часа, 102 часа в этой программе занятий. Как онлайн занятий со мной, так и самостоятельной работы. Ссылки на уникальные видеоматериалы только для участников этой программы. Например, на полное интервью с Кеном Вилбером об эволюции. Это почти три часа мы беседовали кусочки только маленькие вошли в мои фильмы или полное интервью с Робертом Дилцем э, о, больше двух часов. Так что э, вас ждут э, очень значимые э, встречи не только со мной, но э, с крупнейшими экспертами, признанными экспертами по э, развитию э, со всего мира. Следующими будут, после вот того, как я закончу эту онлайн-программу, программы по самым важным эволюционным трекам, открытым и опробированным человечеством самыми быстрыми траекториями развития. И я, конечно, буду говорить о путешествии героя. О шестимерном путешествии героя и героизме. Я буду говорить о пути, связанном с алхимией, тантрой, преображением, метаморфозами. Это другой важнейший эволюционный трек. И о многих-многих других эволюционных треках. Я в целом выделяю 25 важнейших эволюционных треков. И некоторые такие, как путешествие героя, займут отдельный онлайн-курс. Некоторые я буду объединять и комбинировать, но я постараюсь в формате онлайн-курсов поделиться своим опытом путешествия по всем основным эволюционным трекам, и что-то будет близко вам. Например, творчество как эволюционная практика, путь творца, путь художника, путь артиста, путь создателя. Это тоже очень важная вещь. Ну вот такие программы обучения в МИПе и онлайн. И вот онлайн программа, мы сейчас ведем переговоры с уполномоченными институтами в России для того, чтобы участники онлайн программы «Инструменты эволюции», пройдя также два практических двухдневных семинара, могли получить свидетельство от авторизированного российского института, дающего право на, на самостоятельную работу. Так что об этом скоро вы узнаете. И скоро также все, кто в нашей базе данных, получат информацию о страничку, ссылку на лендинг – вот этой онлайн-программы, инструменты эволюции. Те, кто уже знает меня и знает эту программу, кто уже принял решение, могут сразу записаться на эту программу. Те, кто нет, получат всю информацию со странички лендинга об этой программе. И также смогут 15 сентября послушать мой вебинар, посвященный как раз такому большому обзору этой онлайн-программы. Кстати, 18... Сентября Московский институт психоанализа проводит мой вебинар, вернее мастер-класс ⁇ Сам себе психотерапевт ⁇ в конце которого я дам также обзор онлайн программы Московского института психоанализа по трансперсональной психотерапии и консультированию. Ну вот такие важнейшие вещи, связанные, наверное, с обучением. Дальше. В конце октября вместе с членом президиума Ассоциации трансперсональной психологии и психотерапии Санкт-Петербурга Геннадием Бревде я открываю большую программу по трансперсональной психотерапии и консультированию в Казахстане своим семинаром «Холотропное дыхание как эволюционная практика», перед которым будет показана казахская премьера фильма «Тайна Карлоса Кастанеды». Так что казахи в Алмате тоже смогут этот фильм увидеть и смогут также от меня и Геннадия Бревде узнать что-то новое о нашем предмете. 18, 19 и 20 октября в Москве будет очень интересный человек, профессор Юрий Бичонский, президент Эстонской трансперсональной ассоциации, мой давний хороший коллега, мы его в президенты Евротас, он вице-президент Европейской трансперсональной ассоциации и друг. Я пригласил его в России, приглашаю всех вас на его удивительный семинар, который состоится в Московском институте психоанализа «Трансперсональный подход к психонейроиммунологии». Тело помнит, тело знает, тело говорит, тело раскрывает, тело никогда не лжет. Это слоган, наверное, сжатый этого семинара. Юрий – обаятельный человек, великолепный художник слова, артист, драматург. Он учился драматургии как профессиональный актер, режиссер. И очень талантливый человек, переоткрыватель многих направлений. Так что не пропустите, это первый и пока единственный семинар Юрия Виченского в России. Вся информация на сайте Московского института психоанализа и на моем сайте transpersonal.ru. Ну и в самом конце октября состоится другое важное событие. Оно не только трансперсональное, оно и в целом психотерапевтическое, всероссийское. И это не что иное, как второй международный пси-фестиваль с 3 октября по 3 ноября. И традиционно на этом пси-фестивале будет большая секция трансперсональной психотерапии, на которую я приглашаю вас сделать свои доклады. Информацию об этом событии вы можете получить на сайте профессиональной психотерапевтической лиги oppl.ru. Пожалуйста, приходите, сделайте доклады о своих, о своих практиках, опыте, клинических случаях, открытиях. Я вас жду, вы можете написать мне, я сейчас составляю программы секции. И самое важное – вот этот российский пси является не только психофестивалем, но и репетицией важнейшего события мировой психотерапии 2020 года. У нас в Москве состоится 9-й Всемирный конгресс по психотерапии 26-29 июня. Всемирный конгресс по психотерапии. Весь мир приедет к нам, весь мир будет делиться своими открытиями из области здоровья души. И у нас будет секция по трансперсональной психотерапии. Ведущие мировые трансперсональные психотерапевты и российские психотерапевты. Я приглашаю также вас и в качестве участников, и в качестве выступающих на этот замечательный всемирный конгресс. Так что нас ждет бурная, насыщенная событиями трансперсональная осень. И э, трансперсональный год также насыщенный потрясающими, волнующими событиями. Ну, я очень рад был снова увидеться с вами. Запись этого прямого эфира будет в Инстаграме в течение суток. Она будет также у нас на страничке трансперсонального проекта в, в Фейсбуке. Ну, я также выложу, как и все другие предшествующие беседы, очень скоро выложу их на YouTube, на канал трансперсонального проекта, потому что некоторым это удобнее. Они не хотят регистрироваться в Фейсбуке, в Инстаграме. Им гораздо удобнее анонимно заходить в YouTube. Мне давали такую обратную связь, поэтому я это сделаю, конечно, и помещу там, где есть подборка моих бесед, на сайте Transperson.ru прямая ссылочка, я помещу десяток новых материалов как раз вот с теми беседами, с теми прямыми эфирами, которые я вел за последние несколько месяцев. Всем доброго вечера, до новых встреч, всего вам доброго. Я думаю, что следующую встречу я посвящу новостям также и своим впечатлениям о... 20-м конгрессе Европейской трансперсональной ассоциации в Париже. Всех благ. Всего доброго. До новых встреч.